анонс и точная дата выхода 16 серии турецкого сериала «Черная доска». 16 серия сериала выйдет в эфир 3 августа. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как напряженность в отношениях между Атласом и Ермак продолжаются и усиливаются. Тем временем у Ясемин и Ермак появилась новая повестка дня. Куда пропал телефон? Не имея возможности рассказать об этой проблеме Атласу, Ермак начинает вместе с Ясемин пытаться отследить телефон. А школа начала потрясаться воровством Асуман. Несмотря на то, что Атлас пытался вмешаться, пропавший телефон уже остался на Асуман. На случай, если телефон пропал, а Асуман украла его, Бекир, получивший уведомление, передохнет в доме Хикмета. Хикмет узнает эту важную информацию о своей дочери у Бекира. Его попытки исправить ситуацию ни к чему не приводят. Телефон с важным видео попадает в руки человека, которого можно считать опасным. А этот человек отправит телефон кому-то другому. Ермак будет в шоке, узнав, кому в итоге попал телефон. Напомним, 16 серия сериала выйдет в эфир 3 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.